Come on.
Кто же все это сделал? Не стражи. Это построено слишком недавно. Очевидно, это какие-то люди. Значит, ключ там, да? Да, глубоко в лабиринте. Много испытаний придется преодолеть, прежде чем мы до него доберемся. Догнали. Похоже, они пытаются взломать ее. Не вяжется с духом лабиринта, правда? Thank you.
Вперед! В неизвестность! Если это место построили люди, то что здесь делают стражи? Что? Очевидно, эти люди поняли, как управлять стражей. Вот наш ключ и наша дверь. Когда ключ отопрет заветную дверь, горы поднимутся выше облаков. И лик земли изменится навсегда. Малыш, что это значит? Thank you.
лава? Ха, вот это неожиданно. Очевидно, это спящий вулкан.
У нас гости. Надо спешить. Нельзя позволить им заполучить ключ. Вы крайне упорны, доктор, признаю это. Виктор. И он привел с собой несколько надежных друзей. На данный момент счет 2-1. Сыграем до 5 очков. 5 очков или 7? Нет. Это последняя схватка, и мы подготовились. Если они с тобой не справятся, тогда справится это. По сути, это отравленный реликт. Он разрушает мистическую энергию, соединяющую твои части. Мы не знаем природы этой энергии, но не обязательно понимать что-то, чтобы его сломать. Скорее! В туннель! Спасибо, Нек! На этот раз будем действовать наверняка. Сначала достань ключ. Потом уничтожь Нека. Виктору понадобится...